Здравствуйте, ребят. И снова распаковка, и снова бандеролька из Китая. Доллар 32 цента. Две недели ровно, и бандеролька у меня. Что-то металлическое тут, ребята. Серебряные ножницы не будем использовать в этот раз, а возьмем такой нож острый, тоже серебряный. Итак, чик-чик, все, открыл. Так, и смотрим, что же у нас здесь. Тоже такой пакетик мягенький. Быстренько все это дошло. Так, откладываем. А здесь у нас вот что, ребята. Метчики. Метчики, это, ребята, в хозяйстве всегда пригодятся. Что оно тут прилипло ко мне? Прилипло что-то. Так, что же у нас тут? Набор из 5 метчиков. И этот набор стоит всего-навсего доллар 32 цента. И смотрите, что у нас тут есть. Значит так, 5 метчиков. Диаметром. Смотрим у нас, какой диаметр. 8, 6, 5, 4 и 3 миллиметра. Ну что ж так, неплохой набор, я вам скажу, ребята. Неплохой набор. Сюда такие самые ходовые отверстия просверлить. Или же у вас там гаечка где-то, или отверстие в чем-то. Значит, ну резьба бывает, закручиваешь, и там либо болтик с резьбой плохой, либо там наискосок немножко пошло, и резьбу вы немножко повредили. Так что ничего страшного, берете вот такой метчик, вот, и прогоняете это все, и будет очень хорошо и вам, и тому, кому вы это все купили и подарили. Так что я думаю, что в хозяйстве всегда такое пригодится. Ребята, кому нужен такой набор, это ж недорого, ребята. Вот, по ссылочке внизу в описании ссылка. Переходите по этой ссылочке, заказывайте у продавца, там различные наборы, можно по одному покупать. Вот. Также не забывайте за кэшбэк. Кэшбэк — это реальный возврат части денег, которые вы потратили на товар. Эти денежки вам возвращаются после того, как вы, значит, отметили, что вы товар получили, и накапливайте денежки, а потом покупайте новые товары. Так что, ребята, ссылочки внизу, переходите. А вас я благодарю за внимание. Ждите новых распаковок. Идут, и много посылок идут, ребята. Много, очень много идет. До свидания.